Вокруг света за 2 часа в Краснодарском государственном институте культуры прошел концерт «Венок дружбы на Кубани». На сцене получился мастер-класс по обмену культурными традициями разных народов и подошли к нему нестандартно. Например, совместили партию рояля и монгольского смычкового инструмента «Марин Хоара». А цыганские танцы исполнял сводный ансамбль из кубанских девчонок. Услышали зрители и волшебную игру индийской панфлейты. Окунуться в атмосферу праздника специально из Москвы приехал президент Ассоциации иностранных студентов Аду Ая Никез. Он отметил, что краснодарские студенты – настоящий дипломат от искусства. А как же иначе? В городе проживает более 120 народностей, которые друг друга понимают и уважают.